Давид давно мечтал о своем творческом вечере, и вот его заветное желание исполнилось. В этот день юный исполнитель выступил перед своими друзьями, педагогами и родителями. Море, возьми меня в дальние дали, парусовалы, вместе с тобой, с тобой. Синяя вечность, дорогой длинную, эти глаза напротив. К своему концерту Давид ответственно готовился и выбирал репертуар вместе с мамой. Иногда, знаете, даже на удивление, какие-то вот старые советские песни, когда воспроизводятся, и вдруг он повторяет, ну, значит, поет. Я говорю, вот ты знаешь эту песню? Я слышал. То есть он очень хорошо на слух воспринимает и запоминает. Вокалом воспитанник инклюзивного клуба «Изумрудный город» Одинцовского центра культурного развития занимается уже третий год. Занятия посещают в школе искусств «Классика». 2 месяца репетировал там, еще в школе искусств, еще в «Изумрудном городе» ездил на занятия, туда. Зрители с упоением слушали любимые песни в исполнении Давида, дружно хлопали и подпевали. А герой вечера, в свою очередь, выразил всем свое признание и пообещал чаще радовать своими выступлениями. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».